ты. Мыльцо! 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 Я сломал игру, что ли? Кто-нибудь будет залупонькаться на меня, а? Залупонькаться ты будешь, нет? Или ты будешь залупонькаться? Чё ты там телефон-то взял, а? Ой, это не телефон, это пистолет! Это не телефон, это пистолет! Жесть. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут... What the fuck? Чё, дебилы, что ли? Ладно, я на обочину схожу, я на обочину отойду. Окей. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это GTA 5, как вы уже заметили. Вот, и... Да, вы все-таки меня уговорили, и я уговорил шляпу вернуться, и шляпа на мне. И надеюсь, что она в последующих видео тоже будет. А для этого вам нужно набрать не 11 лайков, ну, хотя бы 11 лайков под этим видео, и можно еще больше, вот, если рука у вас не устанет. Окей, если вам не впадло. Ну что, за Франклина мы с вами, короче, выполнили тут задание, по-моему, все задания закончились. Да, за Франклина закончили задание. Ну, остались только гонки. Сейчас их нету, они ночью, короче, появляются. Вот. И переходим мы с вами, короче, Зо Тревору. У него целых 4 задания. Окей. Посмотрим, чем он сейчас занимается, короче. И... Я просто хочу об тебя погреться. Понятно, Тревор пристает к какому-то бомжу. Хули щит. Хули ты щит. Так. Что у нас из заданий? Короче, у нас есть точки, где знаменитости оставили свои вещи, можно туда сгонять. Есть жатва, бойня. И есть сюжетное задание Тревора. Так, ну что, я думаю, короче, давайте мы пройдемся с вами по звездам. По голливудским, или как-то, вайнвудским звездам. Попробуем достать что-нибудь интересного. В прошлый раз мы достали, короче, зуб, золотой зуб выбили у какого-то музыканта, что ли, да, или кто он там, музыкант, певец. Так, что за подзагрузка? Опа, что там? Инкассаторы. Ладно, инкассаторов мы грабить не будем. Что-то не хочу я грабить инкассаторов. Так, у меня опять текстуры... Оу, текстуры пропадают. Мыльцо. Что, блин? Что, мать твою, такое происходит? Вообще дичь какая-то. Дичь дичайшая. Так. Ну и мы почти прибыли. Где-то здесь. А почему исчезло-то? Почему все исчезло-то? В смысле? Я не понял. Кто не понял? Я не понял. Кто не понял? Я. Так. Ладно. Не хотят нам отдавать звезды свои вещи. Поехали к жатве. Поехали к бойне. What the fuck, motherfuck? What the fuck, motherfuck? Не, конечно, я не понимаю, винда, конечно, не дружит, блин, с этим. Десятое.
этой GTA. Вообще полная дичь. Еще раз напоминаю, то, что у меня 16 гигабайт оперативной памяти. Так, DDR4. Ну, двухъядерный проц. Еще можно, да, на проц. Но хотя у меня раньше слабее проц стоял. Все работало хорошо. Но у меня была винда 7. Винда 7. Когда я начинал только снимать GTA 5 прохождение, у меня стояла 7 винда. И все было хорошо. Перешел на 10 и начались... Оу, чилы, я случайно, он сам, я не хотел. Он сам, я не хотел. И причем смотри. Да ладно! Я просрал задание, короче. Прикинь. Твою-то мать. Они на тачках за мной поедут, нет? Походу да, смотри. Я, короче, все задания просрал. О, жатва появилась, хорошо. Появилась. Я случайно. Блин, а там меня ищут все-таки, смотри. Надо как-то, я не знаю. А, все, исчезли. Хорошо. Дичь. Просто приехал и накосячил. Приехал и накосячил сразу. Так. Ну куда-то вот сюда надо парковаться. Да. И, наверное, вот к этому подойти, или он к тем чувакам. Так, стой. Ну я подошел. Вот жатва. Кому? Я сломал игру, что ли? В смысле? Я игру, походу, сломал. Да, ребят? Мне с вами надо поговорить, смотри, жатва-то на вас. Кто-нибудь будет залупонькаться на меня, а? Залупонькаться ты будешь, нет? Или ты будешь залупонькаться? Чё ты там телефон-то взял, а? Ой, это не телефон, это пистолет! Это не телефон, это пистолет! Жесть. Да. Так, ну сейчас должно вот обновиться, наверное, все, и в принципе мы должны по 5 косарей за лечение. Вы чё? Вы долбанулись, люди? 5 косарей. Это чё за цены, блин? Это что, мать его, за цены? Так, окей. И смотри, опять появились эти звезды. Ну, мы уже близко к жатве, короче, давай жатву начнем. Так, хочу вот этот тачку. Да куда ты? Твою мать, такую машину просрал. Стой. Типа Делорина, короче, просрал. Нормально? Так, пошли. Да блин, я опять нарвался на кого-то. Опять целая куча народа за мной. Что за дерьмо? Это, наверное, какие-то эти банды. Знаешь, как в этом, как... Блин. Знаешь, как в этом, в... В Сан-Андреасе-то были там банды. Баласы там. Баласы, не баласы. Так. Окей, ребят, я приехал. Ну что? На этот раз. Да, нет? Да в смысле?
Будет кто залупонькаться-то? Я снова здесь. Я снова к вам приехал. Может, тут к этим надо подойти? А, не? Что за дичь? А что за херня-то? Не понимаю. Почему бойня не работает? К вам может подойти? Вот, блин, хочешь нарваться на проблемы и не получается. Что за дичь? Что за бред? Снова ехать к кинозвездам? Что за дерьмо? Почему так? Почему сейчас такое? Ну поехали. Сюжетку я не хочу пока трогать, потому что, блин, сюжетка это сюжетка. Ладно, поехали. Не хочет у нас бойня. Попробуем ее в другой раз. Что-то мне кажется, что я сломал игру. Почему-то мне так кажется. Хорошо. Не, неплохая машина, да, такая? Опять этот монстр кар, да, такой? Нехилый. Так. Нехилый монстр кар. Что-то сегодня текстуры как-то сильнее, да, начали пропадать. Не кажется? Сегодня что-то не хочет дружить со мной это GTA. Так, смотри, я прибыл. Я почти прибыл. Случайно, главное, кого-нибудь не загасить. Опять. А то опять сломаю игру. Все, я приехал. Где-то здесь. Так. А, внутри? Нет? Нет никого. Так. Давай пешочком пробежимся. Посмотрим. Где, куда? Может, в переулке где-нибудь? Направляйтесь к Кэрри. О. Так, Кэрри, Кэрри, Кэрри. Кто из вас Кэрри? Ты Кэрри? Чашечка кофе. Как будто 80-е блеванули на 90-е. Чего, блин? Ты что сказала? Э? Э, а чё мусорим-то? Нормально такая? Бросила, короче, прям. Слышь? Что? Ой, песик, песик. Что, блин? Стой! Я первый, не догонишь. Скорее, беги за ним. Да, конечно, я бегу. Где она, где она? Собака, собака, стой! Таксист, нет! Блин. А хватит ли мне выносливости? Пошла в жопу! Парень просто гонится за собакой. Что с вами, люди? Песик, песик, иди сюда, послушай папочку. Попался, маленький ублюдок. Да-да, я знаю. У всех у нас сегодня необычный день. Ты осчастливил одну долбанутую леди. Ладно, беги, возвращайся к Кэрри, пока она снова не сорвалась с запой. Ладно. Так. Джок! Экстренный выпуск новостей о знаменитостях. Маньяк похищает ошейник пса Кэрри Макинтош в Рокфорд-Холлс. О, это восхитительно. Теперь миссис Стронгхилл заставит меня надевать его в спальне. Шучу, конечно. Даже не знаю, как нам вас отблагодарить за ваши старания.
украсить наш отпуск. Не стоит благодарности, я всегда рад знакомству с людьми, которые химически разбалансированы еще сильнее, чем я. В смысле не стоит благодарности? В смысле не стоит... Не стоит благодарности? Бабосики, бабосики мне нужны. Я что, зазря это все делаю? Так, надо точилу украсить, наверное. О, давай вот на этой. Лоп. Вау! 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 Он крадет машину? Вау! Опа, менты? Откуда? Кто-то вызвал полицию? Слышите вы, ублюдки? Кто-то вызвал полицию, да ну нафиг, прикинь. Так, мне надо... Они слева, я направо. Черт, копы. Так. Вон туда, переулочек. Не дадут спокойно на Кадиллаке поездить, да? Так, дай-ка я сюда сейчас пришвартуюсь. И оп. Хе, кто меня найдет? Все, давайте уезжайте. У меня дел по горло. Давайте, валите. Валите, валите, валите. Валите, валите отсюда. Едьте куда-нибудь в другое место. Ловите грабителей. Я всего лишь позаимствовал машину. Я клянусь, я ее не поцарапаю. Так, окей. Вот сюда. Такое большое пятно, смотри. Угу. Так. Это что, подземка? Прикольно. Кстати, здесь интересно, можно на метро ездить? Подземка есть. А на метро, интересно, можно? Так. Так. Я полагаю, это гольф-клуб. Только как туда мне попасть? Мне надо найти, короче, вход. Вход, вход. Эй, эй, дама с собачкой. Ух ты, смотри, танцует. Музычки не хватает, да? She's a lady. Та-ра-та-ра-та, she's a lady. А, не подскажешь? Я что, остановился-то? Не подскажешь, где там? Вход. Куда мне войти? О, а. Эй, бегунья! Не подскажешь, где вход? Где у вас тут войти можно? Забор, каким калитку бы какую-нибудь. Нет? Да? Погоди, а что, исчезло что ли опять? А, нет. Я далеко уехал. А чё они все? А чё они все рядом с собаками? Это у них танец такой этот... как? Подношение... Ритуал, короче, для собак. Типа танец, они все стоят возле... Это что-то свалило, короче. В испуге просто. Съежилось в испуге. В страхе. Ну, такой, знаешь... Окей. Где-то вот здесь должен... О, а, не, 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 показалось. О, так, пойди вход-то. Вот здесь, по... он там парковка, здесь по-любому какой-то заезд должен быть. А, девка в сапогах, подскажешь, как войти? Как войти мне в гольф? Я хочу в лунки покидать. Я не могу поверить! О-о-о! Он сдает назад, я не могу поверить. О, я нашел. Пошел в жопу. Так. Я нашел вход. Теперь надо... Вон туда. Hey, buddy.
Че? Че говоришь? Пошел нафиг. О, да ладно, вот так вот нельзя, вот так нельзя. Сразу копы, сразу полиция, что ли? Сразу, сразу, вот те да. Вот те да. Все, все, я уехал отсюда. Все, я ушел отсюда. Так, парковка, да? Все, я ставлю машину на парковку. И все, я законопослушный гражданин, я плачу налоги. Я плачу налоги, так что не надо ко мне. Смотри, какие тачки, да, стоят. Богатники здесь играют. Любят в лундочку покидать. Так, ну-ка, нахрен. Я спрячусь в машине. Оп. Оп. Блин, теперь ждать долго, да, пока они уйдут, уедут. Я сейчас попадусь прям на них. Они меня сейчас увидят, и мне придется валить отсюда. Нет, они мимо проехали. Они где-то блуждают там, рядом. А! Они случаем там поэтому по гольф-полю-то не гоняли? Значит, мне нельзя и можно, что ли? Типа, власть, все дела? Окей. Так, ну ладно, пойдем пешочком. А вон эта карета. Так, кто из вас дебилов вызвал копов, а? Я пришел. Ладно, мы с тобой. Да, конечно, мы с тобой разберемся потом. Слышь? В смысле? What the fuck? Ты чё, дебил? Слышь? Ты чё, дебил? Сюда иди. Какого хрена ты копов вызвал? Ну, урод, а? Я, значит, подошел поздороваться. Говна кусок. Спасибо за бабки. Ни хрена такой. Отойди, я вызову полицию. В смысле, я подошел поздороваться? Какая нахрен полиция? Ублюдки, вообще какие-то. Вот эти вот мажорики, прям. Мажорики, сыкло такое. Зажратые, блин, люди. Ну пришел, ну подумаешь, у меня. Я бородатый, подумаешь, у меня футболка грязная. Подумаешь, я в галошах, блин. В трениках. Че сразу копов-то вызывать? Вон! Стоят в общественном месте, курят. Вот их штрафуйте, а не меня. Уроды. Уроды, блин. Давай, давай, вы еще там вызовите. О, ментяры. ТП. Все, хорошо. Все, пошли вы в жопу все. Мне нужна тележка, короче, на которой здесь кататься, да? Наверное, вон та. А куда менты телепортировались? Так, ладно, допустим, я вот эту штуку беру. И поехал. Украдите клюшку гольфа у Марка Фостенбурга. Окей. Так, где этот Марк Фостенбург? Вон там, наверное, да? Так, погоди, а мне его что, убить надо или что? Что мне с ним сделать-то надо? О! Твою мать, вы что, вы охренели? Уроды! Какого хрена начали стрелять? Я пришел просто поздороваться, Ни хрена он, смотрю, умотал. Марк Фостенбург сбежал. Короче, понятно. Сейчас сходу повторить. Сейчас сходу, короче, просто я кидаю туда гранату, всех разносят к чертям собачьим. И я счастлив с клюшкой для гольфа. Так, вон туда.
А я сейчас сделаю вот так вот. Я ж снайпер. Я ж, мать его, снайпер. Опа. Я учился как... Все. Нахрен. А теперь прячусь за дерево. Беру автомат. На. Да твою мать, ты какого хрена? Кто там? Что за снайпер-то сраный, а? Почему так быстро меня убили? Уроды. Меня окружают уроды. Прячусь в кустах и убиваю дичь. Я учился на охоте. Склею ту самую, или как его там. И сейчас я его башку. Оп. Чё ты там машешь-то? Чё ты машешь-то? Хлоп. Ай-яй-яй-яй-яй. Где там? Хлоп. Хлоп. Всё. Всё. Делов-то. Нельзя злить Тревора. Та... Иначе случится вот такая штука. Все. Клюшка для гольфа есть. Оторвитесь от копов. На чем? На чем я буду отрываться от копов? На этом драндулете? Так. Ну ладно. Я, короче, сейчас доеду до парковки. В смысле? А, я думал, колесо мне прострелили. Я сейчас доеду до парковки, короче, и... Ни хрена ее носит. Просто дрейфует. Ублюдки. Йоу, да, я сказал, это миссис Стронгхилл. Я... В смысле? Ты что, блин? Ты не... Вы чё, совсем уроды? Совсем, что ли? Зажратый. Умри, сука. Умри, сука. Говна кусок, блин. Не дал мне договорить по телефону. Был важный, падла. Звонок. Говно ты. Зажравшийся. Правильно. И никакие ментяры тебе не помогут. Где машина? Где, мать его, машина? Ни одной машины. Все слились, короче. О. Пардонте. Смотри, какая. Оп. Теперь надо свалить отсюда. Теперь надо отсюда свалить. Так, а вход, въезд с той стороны. Смотри, какая. Это типа Audi, да? Спорткар. Погоди, а где здесь выход? О, хорошечно. Кстати, можно, смотри, этот гольф-клуб купить. Ну-ка, блин. ТП. Богатые твари. А этот объект стоит 150 миллионов долларов. А у меня 129 тысяч. Ха-ха. Ладно, живите. Вот если бы я купил, короче, его. Ой бы они меня пожалели, вот эти богатенькие. Ой бы они плакали бы. Ой, плакали бы. Так, это что? Поехали, сгоняем. Чё, одна осталась? Ну, блин, серия подзатянется. Ну, ладно. Побольше, поменьше. Ну, если будет 40 минут, да, то я ее разделю. Как это обычно бывает. Так, все, приехали. Погоди, приехали. Хлоп. Мне туда забор. Ха-ха-ха.
Я думал, закрыт. Украдите одежду Тайлера Диксона. Но пойли, сир. Чё сказал? Но пойли, сир? Спи. Спать. Так. Вход. А где вход? Здесь вход? Нет, не работает. Так, хорошо. Одежду. Нужно украть одежду. Давай, вместе примем ванну. Мне скучно. Думаю, та таблетка, которую ты мне дал, перестает действовать. Я уже 2 часа смотрю, как ты наматываешь круги. Хорошо, детка, это последний. Так. Йоу, сжег меньше 1000 калорий. Это наверняка. Йоу, выгляжу как под гримом, но я без грима. Видела бы ты меня сейчас, Кло. Не, серьезно, я никогда так хорошо не выглядел. Поторопись, Тиди, мне становится скучно. Ладно, уже иду. Папочке нужно что-нибудь сладенькое после всех этих упражнений. Давай, давай, иди. Тебя ждет там. Ненасытная тетенька. Эй! Покиньте сектор. Пошел в жопу. Пошел в жопу, одежда моя. Давай, давай, вызывай. Мне не впервой. Хлоп. Опять баба за рулем, блин. Опять меня сбила баба за рулем. Окей. Go. Go, let's go. Валим, валим. Куда-нибудь. На спорткаре точно меня не догонят. Видал, 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 как я? Видал, как я? Вот так. Видал, как надо? Хоп. Такие маневры они не ожидали. Во-во-во-во-во-во-во. Все, я застрял. Хотя хэ. Хотя хэ. Надо куда-то заныкаться. Подземку. Закрыто. А, ну я здесь стану. А нет, смотри, они вон там ездят. В подземку, в подземку, в подземку. Хочу в подземку. Оп. Ого. Все, тут они меня точно не найдут. Оп. Алло, это Найджел. Пожалуйста, говорите покороче, у меня роуминг в Соединенных Штатах Америки. Это я, дурик, я достал одежду твоего другана Тайлера Диксона. В трусах даже автограф остался. Потрясающие новости, миссис Стронгфилд должна их услышать. Она будет рада радёшеньке. Все отлично. Отлично. Ну, в принципе, со звездами мы разобрались, друзья. Вот. Со звездами разобрались. Да. Вот. Смотри, типа iPhone. iFruity 9iX. Охренеть. Вот. И на этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Вот. Твиттер, увы, меня заблочил. Не знаю почему, но буду разбираться. Вот. Не забываем. 10-11 лайков под это видео. Даже можно больше. И шляпа останется на следующий видос. С вами был Валерий. Всем пока.